Подвигу трудового тыла посвящается. В Ульяновске проходит серия концертов во дворах домов, где проживают ветераны труда и дети войны. Акция «Слава труженикам тыла» приурочена к присвоению Ульяновска звания «Город трудовой доблести». Одними из первых музыкальный подарок ветеранам подарили воспитанники детской школы искусств номер 7. Они выступили во дворе дома номер 5 по улице 12 сентября. Подвиг тружеников тыла, тех людей, которые работали в тяжелые годы Великой Отечественной войны, невозможно переоценить и, конечно, никак нельзя забыть. И вот учреждение культуры подготовили такой своеобразный музыкальный подарок. Душевные песни и стихи о родине и мире. И, конечно, песни трудового народа. Запланировано около 50 концертов. Выступления коллективов учреждения культуры продолжатся вплоть до 13 сентября. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.